И в продолжении темы инвестиций. В Бирском районе построят турбазу с хозяйством по разведению благородных оленей и лосей. Проекты бизнес-инициативы на рассмотрение инвестиционного комитета представил директор фермерского предприятия «Барское» Артур Бекбулатов. Объем капвложений оценивается в 58,5 миллионов рублей. Ферма работает с 2008 года. На территории площадью 274 гектара расположены вольеры, и поголовье животных на сегодняшний день насчитывает более 160 особей. На новом земельном участке инвестор планирует построить турбазу на 20 мест. На территории возведут 4 гостевых дома, банный комплекс, столовую. Кроме того, в планах создание водоема для рыболовного хозяйства. База будет оснащена всеми необходимыми бытовыми техническими устройствами, отвечающими самым современным требованиям комфорта. Также обществом запланировано оказание услуг по организации экскурсий к вольерному комплексу на снегоходах, квадроциклах. Во время экскурсии к вольерному комплексу будет возможность поближе ознакомиться с его обитателями, благородными оленями, пятнистыми оленями и лосями. Также вблизи увидеть процесс жизнедеятельности в естественной среде обитания, также поучаствовать в их кормлении. По итогам обсуждения проекту присвоили статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Администрация Бирского района также окажет содействие в оформлении земельного участка.